Всех приветствую на моем канале. Мы продолжим сегодня выживание в игре State of Decay 2. Напоминаю, у нас максимальная сложность, смертельная зона, соло прохождение. Продолжаю в соло. Начинали не в соло, но продолжаю в соло. Вот. Что примечательно в этом прохождении, что уже, что на данный момент мы здесь тестируем, ну, хотя бы в каком-то, наверное, в какой-то мере уже обновление 30. 30-е обновление, которое скоро выйдет на основную версию игры, надеюсь, потому что ждем мы уже долго. В этой версии толпы зомби стали более скоординированные. Нападение на базу стало зависеть от того, сколько вокруг всяких толп и скоплений находится, неуничтоженных. Ну и, конечно же, аванпосты. То есть взаимодействие с аванпостами пересмотрено полностью. Здесь теперь мы можем испытывать нападение на эти аванпосты, чтобы они потом опять давали ресурсы, их нужно будет выбивать из них зомби. Я не думаю, что прям сложно будет, но мне кажется, это будет интересно, когда начинаешь играть с нуля. Мы же продолжаем играть с сообществом на бета-версии игры, напоминаю, вот везде написано, что это бета. Вот. И это сообщество из наследия, где у меня золотая рыбка. Был Грег. Золотая рыбка есть. Был у меня Грег, тоже погиб персонаж. И Элиза. Вот, сейчас я ищу себе химика, и пока его ищу, уже потерял трех персонажей. Ну, не из-за его поисков, так скажем, а пока ждал, что у меня выпадет где-то, да? Я уже потерял на трех стримах трех персонажей. Плохая традиция, сразу скажу, потому что я обычно очень дорожу, и в этом случае тоже дорожу своими выжившими. У нас здесь, кстати, 29-й день выживания, поэтому, ну, в этом сообществе. Вот, и уже сложнее становится играть намного, тем более одному. Ну ничего, люди проходили и в одиночку игру, и до стадии выживания доходили в одиночку. Я же просто пока играю в свое удовольствие, потому что игра нравится мне. Вот, борьба со злом во всех играх меня привлекает. Но никак не наоборот, зла с добром. Так, ну что, у нас тут куча зомбарей всяких. Рыбка уже, он валит их вовсю. А ну-ка. Кого налупит, они, по-моему? Может, кто-то лежит. Угомонись, рыбка. Бей по тем, кто ходит. Давайте посмотрим, кто у меня остался. У меня осталось 5 выживших. Это, кстати, не так много. У нас осталось земледелие. У нас осталась электротехника. Патология, то есть медицина, да? Знаток спорта и изысканность. По-моему, теперь нет. В принципе, ну да. Земледелие есть, электротехника есть, медицина есть и еда есть. То есть, в принципе, основные навыки-то остались. Кто-то ломится, он. Пришли ко мне гости. Так, это у меня бараджане, не знаю, как его назвать. Так, короче, там какой-то замес, давайте посмотрим, что там происходит. А, и кстати, мне же нужно, получается, за машиной, да, сходить? Эти в 500 метрах от меня. Нужно вооружиться и сходить за машиной, потому что у меня погиб персонаж в прошлый раз, и я на этом закончил. Погиб он в не очень хорошем месте, далековато отсюда. На пути мне могут встретиться много всяких опасностей, поэтому нужно сейчас уже к этому быть готовым. Взять побольше зажигалок, вот 6 я возьму зажигалок. Так. Я не думаю, что это мне поможет. Учебников по сбросу выносливости, к сожалению, нет. Есть только вот психологическая подготовка. А что у нее? Исполнительность. Она добавляет скорость поиска, малый переносимый объем, максимальная энергия. Нет, это исполнительность мы нарастаем. Хороший навык.
В данном случае, я думаю, не стоит трогать его. Сейчас посмотрим, что мне... Как бы туда дойти, да? Блин, и нечем-то... И нечего так... И нечем дойти-то туда. Способие по шитью. Кстати, шитье... Увеличу запас здоровья и размер инвентаря. Вот я хоть, наверное, раз у меня 5 персонажей, мне нужен обязательно химик, обязательно, наверное, я возьму шитье и, наверное, по информатике. Мне нужен же компьютерчик, по идее. ID 626-3453. Вот, блин, а как... Привет, а как тебя называть-то? Также по цифрам-то это не прикольно называть. Ой, спасибо большое. Спасибо за ману. А, Кэт? Катя, что ли? Очень приятно. Это ты, получается, была на стриме у Андрюхи, да, Римов? Мы с Андрюхой раньше частенько играли в PUBG, сейчас что-то так меньше стали играть. Хотели вместе как-то мы с ним, кстати, поиграть. Вот, но, блин, как-то по времени все не получается. Андрюху пригласить надо вот как-то на стримы. Зарубиться в совместном стриме против сквадов. У меня же тоже команда есть своя, но там не все играют в PUBG просто из-за этого. Так, надо время не тратить, а чухать за машину. Блин, а машина у меня капец. Где? Вот аж здесь. Так, соответственно, у меня есть только... А что за бобик здесь? Грузовой. Обалдеть. Но надо, кстати, грузовой микроавтобус себе забрать. И на вот этом Трамбл 4x4, наверное. Тогда я пойду сюда. Заберу микроавтобус. Блин, мне надо что-то мощнее взять. Меня так сожрут с этим арбалетом, блин. 9-миллиметровки, кстати. Ой, у меня 9-миллиметровых полно. Сейчас. Ну и как полно? Сейчас мы разоружим пару оружия-то. Вот, допустим, это. Возьмем себе еще одну обойму, запас. Это хороший автомат. Он эховский, по-моему, да. Да, я ЭХС-4. И он с этими. Угу. Этот пистолетик мне тоже нормально. И починим. Да, у нас много общих знакомых. Просто видела тебя не только у него. Хотела посмотреть, кто ты. И да, я вот такой вот. У нас сейчас основная игра на канале это Калибр, потому что что-то как-то залипли мы в эту игру. Тоже шутер, как бы, но компания 1С. Так. Это будет опасная вылазка, потому что тут много выродков входит. Но я как бы к этому немножко готов. Главное, чтобы по трое не бежали. Ну, кстати, тихое оружие. Не сбежались вот эти вот гаврики. Ну да, мы с Андрюхой тезки, так что не перепутаешь. Капец, их сколько здесь ходит. Блин, это же просто жесть. Никто здесь не лазит. Страшно, сейчас я вот этого сниму. Поменьше этих выродков здесь. А вы что хотите, ребята? Подраться со мной, да? Ух ты, блин. Хорош, хорош, стреляем. Да, я запомню, я всех помню. Но я тоже тебя запомню, Кэт. Ну, тут такая выживастик. Не знаю, видела эту игру, нет? State of Decay 2. Стадия распада. Или стадия разложения еще называют. На русский себе переводить. Зомби-апокалипсис. Кстати, тоже можно в коопе играть. Хорошо, проверю потом. Договорились. Какие-то они здесь... Этот... А, как запомнил? Хорошо. Ты, главное, ник не меняй. Так, что-то мне там не нравится. Вот, что за кодло. И тут кодло, блин. Мне... Ля, они на машину лезут, офигеть. Что за бешеные типы?
Вы когда были живыми, не налазились? Не буду на них тратить. Кстати, есть выжившие, блин, отлично. Это может быть, кстати, кто-то, кто может присоединиться к моей группе. Да, я его никогда не меняла. Понял. Понял. Так, пойдем-ка мы, наверное... Его, наверное, надо будет заправить, скорее всего, микроавтобус. А, ник с рождения. Так, заправим мы, наверное, его. Потому что, по-любому, он без бензина стоит. Фургончик этот. Единственный косяк, что нельзя... О, чего не видно? А, вот все. Да, он, кстати, прикольный. Мы его, наверное, заправим, отвезем на базу, а на базе возьмем в этот внедорожник и сгоняем за своей машиной, которая мне нравится. Да, блин, так, секундочку. I'm on the job. Так, выживший, вот. Нифига себе. Какой-то лаг с машиной, ну ладно. Главное, что у меня лагов нет. Кто? Ты кто? Мне срочно нужно топливо. Говорят, его можно найти в подарках Рик, но мне туда не добраться. Поможешь, если найдем, я дам тебе что-нибудь взамен. Давай, может, мы с тобой даже договоримся быть этими. Тиана. Чужой, у меня какой-то прям женский коллектив собирается. Это даже ник, это шифр. Но я вижу, что ID. ID, номер, шифр чего, только непонятно. Кстати, у меня там этот сердце. Андрюха сегодня выспался, я у тебя посижу. А не выспался, что, он нервничает там? Или что? А, или закончил. Ой-ой-ой. Дикар несется к нам, да? И главное, что не три. Блин, их три. Ёлки-моталки. Третий есть? Столько патронов на них извел. Главное, что эту девку не съели. В смысле? Look what I found. You sure can't take care of yourself. I want you to have this. Да блин, отойди ты оттуда, ну тебя же завалят сейчас. Ой, ты кто у нас? Что с твоей выносливостью, а? Главное, не заразиться. Назад, назад, назад. Тут гнилой взорвался. If you're hiring, I've got lots of experience and I can start right away. Блин, что у нее с выносливостью, вот я не понимаю. Тиана, у меня стрельба. Она, ну, в принципе. Бля, она себя лечит. Доширак, удачного стрима тебе. Спасибо, Доширак. У тебя тут кровь, норм тема. Кровь. Слушай, ну, я, наверное, приму. Открыть инвентарь. Что у тебя есть? А, ты мое топливо носишь с собой. Оружия у тебя нет. Ты че, мать? А ну иди сюда. Нечего тут с мешком на спине бегать. Давай-ка, знаешь, что сделаем? Давай мы тебя разгрузим. Мы же все-таки тут девушками играем, надо. Да что с машиной? Что она лагает-то? Ой. А что там их так много? Это же... Это библиотека? Ну а тебя похари, и нечего тут трогать моих будущих выживших. Здоров. Да блин, здесь. Не трогай ее, слышь, она уже в моей группе. Че такие мощные, я не пойму. Еще и сидел, главное, такой сволочь, а.
Я не понял, что за музыка страшная? Ну так, блин. Так, надо валить отсюда. Вали отсюда, вали, вали, вали. Давай, в машину быстрей. Блин. Тут не выехать нифига. Ладно, пойдем через поляну. Прямо на свою стоянку. Блин, машина лагает. Это, конечно, смотрится. Так, давай быстро, быстро, быстро. Уходи, уходи. Уходи за мной. Заходи ты, блин, сюда. Остальное все сделают мои друзья выжившие. Так, мы сейчас посмотрим, что там да как. Еды у меня полно. Так, так дикарей эти бесят. Я сейчас на смертельной зоне уже тоже играю. Они у меня по 3-4 дикаря спавнятся почти всегда. Ну, для 3-4, но смертелки лучше, если у тебя нету мощи с собой, да? Которая без тяжелого оружия. Так, что трогайте мою золотую рыбку, отвалите. С Тианой надо что-то делать, надо его лечить. Да блин, что ты хватаешь за бошки? А, позднее зажигание, блин. Так, давайте так. Ага, давай мы тебе оружие выдадим, наверное. Иди сюда. Давайте почитаем, кого мы взяли все-таки себе. Ой, а что с тобой? Алло, ты где? Фу, блин. Чуть, я думал, все, сейчас персонаж помрет. Блин, а что с ней такое вообще? Боевой дух минус 3, максимальная энергия минус 20, рабочий плюс 1. Ууу, я всегда слишком много на себя звалю, наверное, это меня и добьет. Рабочий плюс 1. Рабочий плюс 1 это неплохо, боевой дух минус 3. Нет таких понятий, как мое дело и твое дело, всегда дело общее. Какая злая баба, ты давно стримишь? Слушай, ну не так давно, я в 16 году, по-моему, зарегистрировал канал. Было пару видосов, я тогда в танке, ну, так прям сильно играл. Вот, и после этого где-то спустя года 4, наверное, я только вернулся со всеми этими делами. Ну, имею в виду с играми. И стал играть, ну, так скажем, в PUBG мы играли, ну, тоже такое, короче, такие игры непонятные. А потом что-то раз-раз... Все, погоди-ка. Так. Потом мы начали играть вот в эту игру, State of Decay. И все, и понеслось. Начали какие-то просмотры, люди стали частенько заходить на эту игру. И вот эта игра, по сути, каналы продвинула. Так, и мы, наверное, изучим химию. Поэтому не так давно, в принципе. Так, я химию прокачал резко. Фармакология позволяет создавать ошибка новобранца. Производство медикаментов в медпункте улучшает остальное состояние предметов. Позволяет создавать мощное обезболивающее. Видимо, упорно складывающий производство патронов в мастерской позволяет улучшить. Наверное, вот это. Ну, химик у нас есть. Теперь мы можем в столовой делать вот эту штуку интересную. То есть мы теперь сможем энергетики создавать. Отлично. С энергетиками проблем теперь не будет. Так. Тиана, это она у нас, да? Рекрут. Ничего такого про нее не написано интересного. Привет, наконец-то стрим, Максимилиан пишет. Привет, привет, спасибо, что сбежал. Я все уже проверил, тут что дебо. О, стримчанский джаз, здорово. Так что, Кэт,
игра, да, вот эта игра, по сути, продвинула канал, потом уже мы там стали во все остальное играть. Но в основном, короче, канал рассчитан на кооперативные игры. В соло играю редко, вот как сегодня. Но приходится. Так, мы с Барангани-то это не закончили. Я пошел за машиной, а нашел выжившего. По сути, надо, короче, переезжать на этой машине туда, на внедорожнике, ехать за своей машинкой любимой. Ну что, там у меня выживший погиб. Вот. Давайте 9-миллиметровых еще где-нибудь надыбать бы. Но этого мало будет, вот этого именно. Вот 5,56. А 7,62 сколько у меня? Кстати, патронов мало. Кстати, а что это такое? А это 12 калибр. Не, ну, наверное, в такую дорогу все-таки дробаш надо брать. Я, наверное, все-таки так и поступлю. Это будет опасный путь. У меня, в принципе, все есть. Наверное, я еще возьму вот этих патронов с собой. Мало ли что. А, и надо вылечиться немножко. Можно чухать в дальний... Блин, куда я беру-то? Вот так вот. Как тебе новление? Стало слишком много необычных зомби, а скопление еще больше. А я, кстати, у меня уже бета-версия игры. Скажи, обновление еще уже вышло или нет на основную версию? Ну что, рада за вас, пишет Кэт. О! Спасибо. Заводил я. О! Тут кто-то рядом. Давайте. Узнаем, что там за задание интересное такое. У меня тут не стоит, да, махина? Там стоит. Ладно. Я как раз это на этой машине потом сразу... Комар летает. Все, лето, комары проснулись, короче. Открываешь дверь в подъезд, и они начинают залетать. У меня тут куча материалов, это надо в ту машину все. Но основной версии еще нет, еще не вышло. Так, по крайней мере, в Стиме даже намека на обнову нет. Ну, там намека и нет, потому что разрабы... Что-то там я видел новость, что они... Что-то там запороли, короче, что-то переделывают. Видать, не скоро нам это увидеть всем. Ну что? О, поросячий торговец, отлично. Здорово. Мы все переделаем тут. Машина забагованная, но она все равно нам нужна для хранения этих припасов. Внедорожник прикольный, но толку с него, я его не использую. Для поездок в основном мне нужна эта моя махина. Я думаю, да, зомбей стало больше. Стала чаще атака на базу, которую нельзя убрать. Ну, нельзя там поменять его на аванпосту. Я, в принципе, этого не делал, но она стала намного чаще из-за вот этой фигни. Видите, что на карте происходит? Во. Базу окружили. Вот сюда сейчас подойдут пару-тройку толп, и все. Нападение на базу. Я в первую часть играю, и так механика и сюжет намного интереснее. Первая часть интереснее, или во второй? Вторая, ну, кажется, все равно интереснее. Она менее топорно сделана. Так классно тут сделали, мне прям понравилось. Вот в плане, скажем, атмосферы она очень классная. Хотя первую там постарались, конечно. Ну, кооператива в первой не хватает. У кого я там косяк? Так, ну химика я себе нашел. Где-то дикарь. Товарищи, что хотим? Эта дубина Скотти разбил наш грузовик, когда показала стая, бросила в канаве. Поможешь забрать брошенный мешок с деталями? А вы торгуете, я смотрю, неплохими вещами. Мне это все понадобится, что у вас есть. Найдите машину с утерянными деталями. So you're like a car mechanic or something?
That's right. I want to set up shop and get some of the busted cars around here working again. Gotta do something, right? Ну ты диалоги здесь прикольные, кстати. Там добивания, кстати, прикольные были. Есть механики интересные в первой части, которых тут почему-то не добавили. Не знаю почему. Так, что хотим? Вот здесь, да, забрать что-то. Ну, поехали. На махине прокатимся. Как говорится, прокачусь ветерком. И надо ехать за своей машиной и там городок залутывать, который я освободил от сердец. Хотя там еще есть одно сердце. Ну, да, он прям в этот кузов мне прыгнул. Это тоже маневренная машинка. Неплохая. Мне нравится больше. Опачки. Так куда ты полезла? Ну, блин, может, будем здесь все, что стали запчасти. This place seems clear for now, but look what I found. Hell yes. Ну дальше что? Помогите Сэм вернуться на свою базу. Ну поехали. Сэм. Живут прямо возле аванпоста. Неплохо. Что-то ты, Сэм, какой-то странный. Че ты падаешь-то? Посмотрим, что эта группа мне будет давать. Right. Take care. Thanks. Hey there. Make yourself at home. Чувствую себя как дома, говорит. Oh, hey. Все. Дружественная группа. Don't be gone for too long. По-моему, там идет, надо уходить отсюда, так. Надо вот туда приехать сейчас. Передурок, он бежит. Злостный джиггернаут. Так, что там пишешь? А, доширак пишет. Кстати, у меня есть проблема с русификацией игры, а именно некоторые имена персонажей, названия районов тупо не показывают. А если и показывают, то в форме кода. Только у меня так. Не, ну есть, допустим, вообще описание оружия может пропасть вверх, съехать. Описание персонажа, но какими-то тоже там цифрами непонятными. Есть такое у меня тоже. Такое частенько случается, но я слышал, есть специальный мод, где можно поправить имена персонажей. То есть самому даже придумать имена и переписать их. Я бы, если чисто этим модом пользовался, то для того, чтобы поправить имя, не переписывать там, ну, по-своему называть, да? Как есть, только, ну, правильно написать, потому что там бывает оно написано внизу, в описании под персонажем. А на самом деле там, ну, типа no name или что-то такое. Юзернейм какой-то там с цифрами. Это глюк. Есть такое. Ну, на бетке, в принципе, я глюков сильно не видел здесь, но они все равно есть. И глюки с зомби есть, которые появляются, не пойми откуда. У меня персонаж погиб, кстати. А потом он прибежал в тот дом. В принципе, можно вот здесь встать. Нифига. Машина у меня пустая, да, по-моему. Так, я просто уже думал, что это только у меня такая фигня. А ты как к ситуации в мире относишься? Блин, ну я о политике не хочу здесь говорить.
Если хочешь поговорить об этом, то вон, пожалуйста, у меня канал есть в Дискорде. Заходи, там спокойно поговорим. Кровожадный ты какой. А, ты что, так они знаешь, как меня жрут? Они меня уже 3 человек сожрали. Мою любимую эту персонажу сожрали тоже. Я уже к ней так привык. И тут на тебя ее съели. Так, почему нет трупика? Так, здесь трупик был. Так, ладно, у меня есть как бы здесь вариант полутаться. И единственное, что здесь осталось, это вот это сердце. Я думаю, чуть позже им займусь. Поросячий торговец. А вот он недалеко здесь, да? Поехали, сейчас съездим, разгрузимся. Возьмем что-нибудь поторговаться. Для начала вот сюда на аванпост, наверное, заеду. Так что... У меня есть свое мнение, но я его не буду на стриме озвучивать. По понятным причинам. Никто за мной не гонится. С бензом, все нормально. Так, блин, я затаренный весь. Так, ну я теперь зато имею водонапорную башню. Насосную станцию. Не, водонапорная башня, так громко сказано. Так, и можно так освободиться, взять что-нибудь. Еще один пресс продам. Так. Игры вне политики, ага. Надо сказать, это разработчикам, которые поудаляли тот же стоит FDK со Steam, и мы теперь не можем в России его купить. Это к слову о том, что игры должны быть вне политики. Я с этим согласен. Но не все это соблюдают. Так, ну что, поедем к торговцу. Я свою, может, любимую машинку забрал, запасная машинка у меня будет там стоять, где я ее ставлю. Кстати, интересно. Тема так спонтанно придуманная, оставлять запасные машины на карте. Ну, то есть, допустим, ты какую-то машину, если в одиночку играешь, забрал, а оставшиеся, короче, ну, где-то оставил у нас какую-нибудь разбитую машину, и там можно лут сложить. Тут же там, не знаю, меч, патроны, какой-нибудь пистолет. Ну, так что-то произошло, у тебя патроны кончились, еще какая-нибудь дичь. Попал в передрягу, как говорится. Не раз такое бывает. А ты раз, у тебя заначка недалеко. Бах, туда прибежал, там в машине какой-нибудь плюхи. И ты такой, да... У меня такое было, что тут, блин, за секунду до того, как меня заразят, вылечивался из-за глюка в игре. Прям на стриме это была тема такая. Надо взять себе, прокачать еще одного персонажа с ближний бой и ловкость. Классно все-таки. И что ты продаешь? Вот тот что? Ладно, надо что-то купить, да, чтобы что-то продать, я понял. Давай я тебе мешок куплю. Блин, ну что такое, ну? Это у меня все есть. 2400, кстати, да, надо таинственного бродячего торговца ждать. Мне очень нужны его книжки. Хотя вот новый персонаж может получить тот навык, который мне нужен. Вообще пусть сами обсуждают такие темы, пишет Кэт. Ну, даже знаешь, в бизнесе, да? Я вот в банковской сфере работаю, в переговоре с партнерами нам запрещают. Запрещено поднимать. Да блин. Наверное, все-таки... Так, ладно. Запрещено поднимать темы политики, спорта и так далее. Можно поссориться с человеком на переговорах. Как сейчас Калибр поживает? Давно играл, думаю начать еще раз. Ну, ты знаешь, мы в него играем сейчас частенько, может зайти даже глянуть. Хорошо поживает. Игру развивает капец как стремительно. Вводят всякие новые прикольные штуки. Новые механики. Новых оперативников. Вот всякие ивенты проходят. Сейчас, кстати, ивент трофей идет. Но не такой прям мощный ивент. До этого был прикольный ивент. Режимов много там сделали. ПВП, ПВЕ. Делай, что хочешь. То есть хочешь потренироваться, иди там с ботами постреляйся.
Хочешь с ботами и с людьми, есть такой режим. Хочешь там, допустим, туда-сюда, там, ну, командно там офигенно прям играется. Мы командой играем, нам очень нравится сейчас играть командой. Андрюха пришел, привет. Привет, Андрюха. Так что в Калибр поиграем. Я думаю, игра стоящая, тем более бесплатная. Чё, ничего не теряешь, по сути. Так, ну, присядем, отдохнем, ага, все. Сейчас отдам. Нашел я какую-то там плюху классную. Отдам торговцу и поеду. Жалко, конечно, места нет. Let's trade, okay? Might as well. Это еще 34 влияния. Да елки зеленый, куда ты бежишь? Стоит у Дики тоже не забывают разработчики, так что это показатель того, что так, надо на базу сгонять, наверное. Там уже так базу окружили эти толпы. Выйти бы их зачистить, да жалко на них тратить все это дело. Че, а, я вообще тут рядом, слушайте. Ну, в принципе, через эту поляну было ехать. Че я вот это гонял туда-сюда? У меня тут, Андрюха, тоже жестко было. На каждом стриме по смерти, короче. Бабский коллектив у меня помирает тут потихоньку. Один мужик в ужасе, думаю, что дальше будет. И сейчас взял персонажа нового, как раз таки, ну, свободного, чтобы химию ее обучить. Ну, чтобы энергетики делать. И че, нормально. Иди, бля. Мы с тобой долго церемониться, это не будем вникать. Ты знаешь, такой офигенный был. Ловкость плюс ближний бой. Просто вот любимое мое сочетание такое. Красивое. Ой, молодца! Зачет вам, ребята, на вышке. Блин, крикунов не хватало здесь только. Сейчас. Ой, слышали? Свинья заорала, вон еще одна. Хрюхи. Как хрюхи визжат, короче. Эти крикуны. Наступает ночь. Заколбасили. Что, может новенькую взять? Я надеюсь, она уже подлечилась. Машину я освободил. А как я режим Daybreak в этой игре? Daybreak был прикольный режим. Я как бы играл, но устаешь от него сильно. Там, помнишь, была такая тема, короче, дали мне на базе восторг. Надо еще туалет помыть, так все вообще воспрыгивают, все сортиры сейчас вымою. На базе восторг, да, у меня новый выживший, все дела. Вот она, кстати, Тиана. Ну, Тиану можно взять, излечить. 119, блин, что-то у нее с выносливостью, мне кажется, из-за того, что она, это, заражена. Было же 83, стало 93. Я не поверю, что у него обычно выносливость 93. Так вот, давали там компенсацию за Daybreak какую-то там, и вот дали там что-то там влияние этого 1013, по-моему, мне. Я так его не тратил особо. Кстати, блин, можно вызвать, потом будет, если возьму сейчас хорошего опера, говорю, выжившего, то могу вызвать еще себе помощника из алого когтя. Надо подумать, кого. Нападение зомби на базу. Ну ладно, отобьемся, ладно, что потом. Короче. Такая довольная свинь. Миловидное лицо. Баракхани. Золотая рыбка там крошит, я смотрю, их просто нещадно. Так что в Калибре, Максимилиан, все сейчас классно. Игра на взлете, кстати. Ей недавно подправили графоний. Это первое. И второе, ее довели до уровня шутеров. Тут как в Counter-Strike регистрация попаданий, они все подтянули, короче. Вот это рассинхронность в регистрации попаданий, там прям обновление такое было.
все это подтянули, так что игра стала намного динамичнее, прикольнее и отзывчивее в плане вот управления. А тут, короче, 50-й калибр почти у каждого выжившего. Ну, летают только. Один за другим. Сейчас пойдем лутаться, пока ночь. Я думаю, день не ступит, заколбасим то сердце, которое там у меня находится. У нас закрыто. Мы же не круглосуточно работаем. В смысле, кормим зомби. Кормушку нашли. Потом режим Daybreak сделали более доходным. Вот тогда, да, он прикольный. Но я после этого в него не играл. Он такой нудный для меня. Ну, тем более, знаешь, на этом, на стриме в него, я смотрю, многие играют. Вот как Андрюха правильно делал. Там он поиграл, допустим, в основную игру. Размялся там немножко. Или перед игрой там размялся пару там волн. Ну, пару, короче, этих прошел. Нападение этих волн. И все. Так, тестный радиосигнал. Не так и далеко, кстати. Надо сгонять на радиосигнал, наверное, взять баракхани, вот эту новенькую, и посмотреть, что на за перец у нас. А, и придется, наверное, ее прям вручную искать, потому что у нее 50-й калибр в руках. Она, наверное, наверху стоит. Тиана. Тиана, да. Вот, вот это, по-моему, новенькая. Тиана, привет. Отдай мне свое оружие. Sorry, да, она подзаражена. Ну, блин, какая же она хлипенькая. Ей надо силы выносливости скачать. По-любому надо и бегать. Готовить ее, как говорится, к суровому выживанию. И, наверное, взять пару этих из обрезков трубы, короче. Все-таки, наверное, сейчас лучше взять биту в руки, потому что, блин, деревянная, металлическая. У этой прочность и эргономичность лучше, отлично. Тогда мы ее и возьмем. Патронов мало, на патроны искать, блин. Материалов дофига, надо, кстати, материалы могут пропасть, надо этих дротиков наделать. Болтов. Правильно если выражаться. Так, у меня еще одно место на ванпост, но у меня нет компьютерщика. Мне нужен компьютерщик, получается, да? Ну, можно, в принципе, компьютерщика можно вызвать этого. Зелого когтя потом. Чтобы просто был. Чтобы вдруг при переезде на другую базу у меня количество ванпостов не сбросилось. Потому что компьютерщик, он же там дает еще плюс один ванпост, по-моему, да. Плюс один ванпост еще дает дейбрейковский хакер. Возьмем. А, нет, вот у меня есть эти. Вот так вот. Возьмем. Возьмем вот так. Вот так. Прям бита нормально, что. Ну, битая, потому что она у меня новенькая, у нее еще ничего нет. Так. Ну, все. А, и вылечится. Сколько у него выносливость? 93. Ну почему так мало-то? Либо соточка была. Ну ладно. Это не столь. Не суть важно. Мы ее прокачаем. Может быть, поставим. А у меня тренажерный зал, по-моему, есть, да? Сейчас. Нет, у меня тренажерного зала. Я где-то же ставил. На этой базе, наверное, забыл уже. Проведем турнир. Трещ. По компьютерным играм. Наша новенькая, потом мы с ней будем осторожненько играть. Иначе можно встрять. Так. Ей надо немножко силенок подобраться, полутаться, накачать все свои навыки. По-быстренькому, что такое? Слушай, так я же здесь был. Вот здесь этот был. Торговец бродячий. Привет. Ты кто? А, торговец. Так я у тебя еды наберу сейчас. Ты еще не ушла отсюда? Подожди, а радиосигнал получается дальше. Я думал, блин, че. Ты что, добегал? Ага, иди сюда.
Сила немножко прокачалась. Гляньте, у него выносливость. Ой, вообще. Кулинария у меня прокачана. У кого надо, так. Но все равно мне ничего здесь не надо. Надо бегать, бегать, бегать. Вот видите, выносливость качается. Бегаешь, выносливость качается. Так. А где таинственность? А, вон он где. Нам надо прямо еще проехать. Потом направо повернуть. А, жируш. Голодосый. Отвалить от меня. Так. Ничего прям такого про нее написано, но рабочий плюс один, как бы, это нехилая тема, когда какой-то объект работает, иметь плюс одного рабочего, как бы, за счет того, что ты такой персонаж, это круто. Плюс она у меня химик теперь новоиспеченный. Я ее быстренько научил химии с помощью учебников. А на тестовом радиосигнале что угодно может быть. Смотрите, какой я градус поставил этот угол обзора. 70 или 80. Я видел вчера девушка из Португалии. Ой, из Бразилии играла. На португальском говорят они там. Она играла, короче, у нее. Я I'm right here. Так. I'm right here еще бегут там сзади. Значит, что нужна мина. Мина. Че они девки? Мужики-то будут, нет? Может, она присоединиться заходит, что опять будет девка. Да блин, как ты мажешь-то, мать? So tired. Плохо. Да ты должна его так ударить, блин. Ох, накрошили мы тут с тобой, подруга. О, блин. У нее ХП мало и всего остального. Это ненормально, сбежавшая из залового когтя вдруг напала на нас и захватила мою группу. Они там все на ушах. Прошу тебя, помоги ее прикончить. Что мои друзья не пострадали. Конечно, оставайся здесь, обо всем позабочусь. Что, прикалываетесь, что ли? Я один с алым когтем не справлюсь. Ну, в смысле, это вот эта вот мне девочка. Сама не справится, наверное. А, так. Вот, значит, что нужно мина, мина, мина. Наверное, не буду пока в эту фигню вмешиваться. Пускай сами разбираются с умелыми когтями. Так, а у меня здесь есть аванпост. Этими заданиями заспамят скоро. И вон там свет горит. Кстати, что тут у меня по луту? Не за лут, он лес какой-то, скамейка за этим. За аванпостом. Скамейка на улице. Да. Еще пока не пойму, как ее одеть лучше, но что-то ей надо другое одевать. Я не знаю, кем она будет. Кто же она? Так. Угу. А где еще тут лут есть? Церковь New Bethany Rising. Тут у меня машина наблюдателя стоит. Тоже, кстати, это нычка моя. Давайте сходим туда. Наверное, машину я отгоню сюда. Все-таки надо ближе к дороге.
Надо долутать тут уже все. Она как раз покачает эту интеллект, навык. Хераси. Ты тварь. Таким способом можно. Больше собрать. Может за себя постоять, как говорится. О, Булат пришел. Привет, Булат. Спасибо, что забежал. Конечно, блин, жалко на это, на дикаря машину свою. Потратил ее, так скажем, прочность, но зато выжил. По-моему, это крикун ходит тут недалеко. Там, короче, ничего хорошего не происходит. Всем привет. О, РФ, здорово. Толпа такая на меня выбежала, капец. На мою новенькую. Химичку. Вон, никого не привлечь. Если что, светошумовая на готове. И она, кстати, скоро может стать гражданином, потом героем, и сложность опять увеличится. Блин, это капец какой-то. Да, ёлки-моталки. Место под контролем. У нас здесь три ящичка. Полутаемся. Качаем интеллект. Now that's worth scavenging for. Блин, в этом районе сложно, были сильные замесы у меня. Уже кто-то стучится в дверь моя. Стучись дальше. Удачи тебе. Достучаться до небес называется. Так, секундочку. Небольшой перерыв. Выполни перст, кстати, с ловкостью ближним боем. Прикольное сочетание. Мне же говорил. Классное.
Так, я здесь. Так, что-то, ну, все-таки марафон ближний мне больше по душе, как по заказу попался. В выносливости были только поход и ловкость. Не, ну смотри, понятно, что ближний бой с марафоном — это как бы, ну, варианты беготни налегке. То есть это, ну, такой бегун, короче. Но у него не будет спецприемов. Ну, только, да, убийство на Е, а вот этот удар с ловкостью, да, который валит сразу. То есть, да, ему... Ну, как бы, у него удар с прыжка же будет, получается. Он сразу валит этих зомбарей. Электростанцию бы залутать еще. 67 метров. Ага, сейчас. Мне нравится именно сочетание, то, что он сразу, ну, сразу валит, и все. И после этого сразу добиваешь. Быстрее, чем с мощью. Мощь просто... Мощь при ближнем бою у меня осталась. Сочетание. О, там много их. Ладно. Я хотел еще полутаться вот здесь, в этом городке. У меня тут одинокие волки, враждебная группа. Зашибись. А, я, кстати, недалеко. Тю. Ну, давайте тогда вот сердце разберем, да? Дальше пойдем, что? Уже у меня аванпост, сейчас все тут обнесем, разнесем, соберем. Жестко рубило. Тут много зданий, кстати. Такие шумные все, блин. Блин, не попал по троим, а хотел. Да что там опять? Да блин, вы чё такие офигевшие, бля? Здесь уже нет сердца, валите отсюда. Да, блин, зовут. Да вы чё, охренели, блин? Откуда вас столько пришло? Здесь нет чумной зоны даже рядом. Блин, черти какие-то. И, кстати, перс помер, взятый из союзного сообщества. Оказывается, если ты берешь его с чумой по дороге, к твоей базе, он протянет ноги, если по времени добежать не успеет. А, ну это было у меня такое, кстати. Так, что там пишет? Привет, Димон. Пишет, ну, во вчерашней игре прошел дальше. Там новый инструмент дали. И штуки, куда вписывать ноты надо. Теперь нужно двигать. Теперь надо сочинять мелодии. Ты скоро так ведь продюсером станешь, Димон. Таким-то успехом. Придурки, бля, откуда я столько тут набежало? Сейчас мы их вот сюда, вот здесь забора соберем. Сожгем. Ну идите сюда, твари. Да вот что такие резкие? Понос, блин. Ох, ёпта. Валили от меня все. Бля, вы еще не померли все. Как...
Да что ты будешь делать, а? Молоды. Недалеко он пост. Тут этот. Дикарь где-то, блин. Где-то бешеная собака. Прогнали меня от машины подальше, гады. Дальше поищем. Такое бывает при осмотре здания. Они появляются просто как ненормальные. Даже не чёрной зоны. Блин, ну это неправильно. Я же здесь очистил, как бы. Ну, я к тому, что да, я понимаю, что они так появляются. Но я же очистил, блин, здесь все. Какого, скажут, спрашивается, фига вы тут появляетесь? Я тут разве для этого так распалялся? Кстати, здесь у меня стоянка вся, какие-то машины тут необысканные, и сердце чёмное. Десять ящиков, обалдеть. Чё я тогда не обыскал? Надо обыскать. Пока они там телятся, может где-то убегут. Блин, патронов мало, блин, капец. Ладно. Возьмем еще что-нибудь. Что мы возьмем? Вот это возьмем. Так, секундочку. Пусть я тебя отпродюсирую. А, нет, Диман, спасибо. Сейчас я приду немножко. Перерыв, минутку. Так, что-то у нас. I can't help but think of the folks who left all this behind. Ну, а тут бесшумно так все сделать. Привет всем, пишет Нону. Привет, Нону. Контроль надо здание взять, чтобы они здесь не дай боже не появились. No more Z's in here. Должен. Так, ладно.
Тут нифига себе, тут мешки будут, наверное, дофига, да? Музон прикольный. Да что ты будешь делать? Мне полутаться не дают. Вы одни выжившие, и всем нужна помощь. И все это респится прям одно за другим. Вы задолбете, люди. Дайте мне полутаться, дайте мне сообществу ресурсов притащить. Plague territory. Gotta stay on my toes. Что это за звук? Смотрите, толпы бродят, а? Два мешка, по идее, топлива и медикаменты, да. Куда их только тащить? Куда их только это, блин, пихать, эти мешки? И потихоньку качается это. О! Вот это уже другое дело совсем. Нифига себе, два. Так, ну все, мне дальше не вместится. Надо его потом переодеть, будет после этого забега. Что-то я выложил такое. А, светошумовые все-таки возьму, наверное. И мы пойдем, значит, к выжившему на помощь. Где ты, выживший, помощи треп, блин? Вы серьезно? Что он сказал? А за... Так это засада, нафиг мне, я не буду, я туда не поеду. Это же засада. Здесь где-то был дикарь. Я помню, он орал. Это засада. Забыл вспомнить, ремка тут тоже всегда есть. Да, это хорошо. Торговцы из Трамбл Вэлли, я бы, допустим, сходил бы. Капец, их там дофига. Стрельбу прокачал быстро. Не люблю я опытность читерский метод. Без нее обойдемся. This place is outpost material for sure. О, да. Сейчас узнаем, кто она у меня по выносливости будет. Тебе понятно приглашают шмотки, сможешь... Чего? Понятым приглашают, шмотки сможешь забрать. Ну смотри, сейчас как начнут меня там все стрелять. Не так далеко отсюда, кстати. Все в одном доме, респится. Где-то толпа шла, вот она. Организованной толпой.
дикари тут, блин. Чё, блин? Здорово. Ах ты, тварь. Сучара. Да ты, тварь, блин. Ну чё ты творишь, бля? Козлина ты такая. Опять. Ты что ты будешь делать? Ну сколько можно? Нет, задание далеко нельзя не уходить. Что тут за машина есть? Потеряли. Не, еще должен отъедать, но не на машине. Так, из машины нельзя, начнется стрельба, свалишь. Я помню, как-то здесь по скрипту персонажа должны были убить. Мы его спасли, посадили в машину, уезжаем, и они такие выбегают с дома, стреляют по машине, и NPC убивают на заднем сиденье. Вот это была жопа. Всех перестреляют. На, это же ангарчик, который обыскивал тогда. Не осталось ничего. Толпа, короче, да? Чё кто-то есть? Still a Z or two out there. А вот они, зомбари, ходят. Кто еще ходит? Или это тот спит, не ляп? Думаю, что такое? Он стоит там за это. Закрылся, не видно его. Ехать, разгружаться. Да, блин. Хотел в тихую, да ну ладно. Тихую не получилось. Видно, машина при встрече с дикарем как выхватила. Ну, 5. Офигеть, вы откуда взялись?
блин, а? Ладно. Возле аванпоста, в безопасной зоне, обалдеть. Вы чё, охренели? Да, я вымотался. Чё Джиггернаут там ходит? Луна такая интересная. Опускается медленно. Сука, он ходит возле аванпоста. Он вообще, что ли, страх потерял, этот мудак? Козлина, блин. Так, ну скрытность хорошая, наук его прокачал, допустим. Разделался. Надо спокойно теперь зайти в дом. Заводили борьба за мастерскую. Надо помочь им, да? Мастерскую со себе отбить или что? Джиггернаутом пока не стоит мне, наверное, драться. Как-то это, мне кажется, будет. Блин, надо с этими, у этих позабирать все. И мастерской помочь, да? Что-то бенза мало у меня, странно. Так, что у меня здесь интересного есть? Джаггера я так не убью. Что-то помощнее надо. Так, надо этот. Ремкомплект. Так, Джаггер ушел подальше. Ну и хорошо. Вот там и ходи. Тут ты мне точно не нужен. Все, только мне так много этих мешков, надо как-то их это отвезти на базу и наделать себе энергетиков. Я имею в виду еды. Еды у меня очень много. Прям такая у меня интересная персонаж. Заводилы. Это рядом с базой. Ну отлично, едем на базу. А это что такое? Торговцы из Трамбовели здесь. 18 минут. Так, давайте на базу тогда. Да, вот туда вот, короче, сейчас. По этой дороге и потом налево. Я не туда поехал, да? А вот по этой дороге. Ля-ля-ля. Ну, крикуну мы по башне там настучим. Пузатый, здорово! Чтоб ты споткнулся. Yeah, ну эти, кстати, прикольные. Мне, они, может, мне что-то давать будут. Какой-нибудь этот... команду по рации нужную. Типа помощь на дороге. Тоже хорошая команда. Ремкомплектов можно понабирать много. Потом не искать их.
по-моему, я не туда поехал. В смысле, каким-то непонятным путем. Тут надо сердце сбрить. Сейчас, кстати, разберемся. Hey, crazy kids. What's up? Так, ну у меня много этих, я, наверное, ее сейчас вылечу. Надо еще побегать, чтобы немножко ей, так сказать, покачаться. Наверное, надо взять что-то помощнее. Мне кажется, что-то сейчас будет какая-то заваруха у нас. Ну, возьмем какой-нибудь 7.62 калибр, наверное. А где этот был калаш такой у меня на 5.56? У меня же 5.56, по-моему, много, нет? Вот этот. Нужно 5.56. Конечно, ну, ржачно смотрится, но просто у меня реально... Он просто с прицелом, и я думаю, мне на нем будет удобнее играть. Он такой прикольный, короче. Бабский чисто вариант. I'm on my last magazine. Так, а чё так мало патронов у тебя? I'm on my last magazine. Возьмём вот этих ещё. Ну, одиночками. Ну, кстати, он мощно бьёт. Мне нравится. Так, Андрюха, привет. Удачного стримчика. Привет, Руслан. Спасибо. Спасибо. Чё-то у меня бот там какую-то фигню пишет. Так, буквально сейчас минутку. Так, сейчас через пару минут надо сделать перерыв. Ага. Как дела, как настроение? Да нормально, Руслан, вот, решил повыживать. Твои любимые выживалки. Так, ну что, пока она отдохнет у меня, потом есть куда-нибудь сбегаем. Тогда я думаю, возьму вот это ружье и возьму с собой на дело Элизу. А, Элиза, нифига, у тебя браунинг. Так, погоди. А, блин, отдуплись. Где это? Где? Уже убежала. Ну что ж за человек-то такой? Может, она пошла отдыхать? Ну ладно, пускай, ладно. Я думаю, и того ружья нам хватит. То, что браунинг будет. Сейчас возьмем что-нибудь с собой и вперед. Так, что еще, что еще, что еще? А, ну да, зажигалки, зажигалки. Зажигалки их наберем сейчас. Так, по поводу еды, да? Нам надо наделать кучу. Несметное количество. Я ждал этого столько. Чтобы еда не пропадала, сделаем пир еще, опять сделаем вот это. Так, еще разберем обломки. Да и все, в принципе. Туалет почистим. Боевой дух будет вообще зашкаливать. Так, Лиза, у меня марафон фехтования. Приветствую, пишет Джаз. Почему-то ранее стрим у меня не появлялся. Не знаю, что-то узнает. Ужасный. Так, а. Кстати, Андрюха смотрел фильм относительно новый «Обитель зла. Рок Мусити». Слышал, но еще не смотрел. Дикарь, где? Ты решил меня обижать? Или тебя грохнули, не пойму.
Для понятия, говорит, боевой дух, он все скопление. А куда же еще выше-то боевой дух делать? Капец, они тут лупят. Ужасно, я его. Я раз в пять его закрывал, пока не хватило сил досмотреть. Ну, я слышал, что там как-то да. Ну, надо по самому смотреть, пока не могу мнение какое-то создать о фильме. Что за взрыв или выстрел? Это вот с вышек, отстреливает. Видишь, сколько их ходит там вокруг? Он у меня возле базы. Видишь, толпа какая он. Эту толпу, конечно, зачистить бы не мешало. Да. 50-й калибр. Да, блин. Ну, кто-то бьет вдаль. У этой вообще, аля, как-то. Рысь, походу, да, какая-то. Они лупят за боков, короче, с вышки. Сейчас я. Сейчас минутку буквально. Я здесь. Так, что-то я тупанул. Рыбки трёхзарядник вроде. Второй орлиный глаз, так кажется. Блин, за 20 дней в сообществе ни одной пятидесятки не нашел, ни одного продавца, ни одного союзного сообщества. Чё ж так прёт-то? Ну, это как мы с Серегой там карту полностью прошли, практически зачистили уже. Вот, на стадиях выживания как раз-то было. И такие, туда-сюда, он раз. Так, надо вот этим помочь. Вот, и не нашли ни одного пресса для оружия. Вот это была жопа, у нас такой дефицит оружия был, просто жесть. Пускай запасной будет. Борьба за мастерскую. Ну, типа, они хотят, чтобы я боролся с этими с людьми и обсудить опасения, да? Стори. Из Авери. Давай, стори. Если они помогут починить на машину, то им точно надо помочь. Я за. Все, с Авери. Его опасения. Авери, где у нас? Он сидит, да? А что у меня не просто найти машину ходу дело стоит того, чтобы рискнуть. Но мы ведь не будем подбирать себе опасности ради неизвестного кого. Давай пойдем. Чего, ребята, надо же как-то помогать выжившим. А как я на 100 дневка на 4 карты ни одного барыгу найти не мог? Тоже засада, да. А как механа искал 2 карты, тогда еще пособие нельзя было на форпосте делать.
Да, я без форпоста, да, нашел, кстати, учебники. Я химика ж сегодня нашел. Вот эта девка, которая сейчас бегала. Тори или как ее, да? Вот она у меня химик теперь новоиспеченный. Вот тут я нашел, где сейчас точка. Что-то я там помог сделать, и все, она со мной теперь. С этой бабой точно не стоит связываться, которая у меня сейчас в руках. Джиггернаут, вы серьезно? Тогда погоди. Анур, ты закрыли все. Ладно. Надо ребят спасать. Так, давайте. Раз. И. Чё ты пришел, дурила? Так, ну блин, я не знаю, брезкометровый я вряд ли его убью. Сейчас нагремем здесь. Подожди, еще одна что ли? Дело. Я не помню, у них еще один, что ли, джиггернаут? Да, у них еще один джиггернаут. Зашибись, блин. У меня обрезков торбы много, чувак. Я тебя сейчас закидаю этой херней. Так. Блин, зато у меня мало зажигалок. Блин, это плохо. Так. А, по идее, учебник по химии на одном из форпостов должен делаться. Возможно. Но я не делал. Заправка, набор механика. Закусочное садоводство, вышка связи, программист, аптеки, медицина. Видишь, а химия где? А нигде. Так. Ну давай, что, поможем, наверное? Где этот дебил? Он стоит, видите? Сейчас мы туда кинем немножко что-нибудь. Ай, блин. Себя поранил. Уйди, блин. Че ты встал там, NPC? Еще за обрезками, что делать? Шумим, да, не по-детски, но мне надо, придется лечиться сейчас. Придется аптечкой, ничего страшного, я думаю, нет. Что за звук сейчас был? А, это по нему бьют. Пытается вот так заколбасить, ну тоже как вариант. Сейчас, возможно, придется с людьми драться, вот в чем прикол. А сколько стоит сделать их? Три патрона, 50. Ну блин, вы серьезно? Три всего? Да не, вы чё? Я патронов нет, народ. Сейчас что-нибудь замутим. Я неправильно кидал. Теперь же патронов, наверное, не хватит.
Секундочку, что там? Гекса, здорово, для прикола установим мод Rampage мод, будет еще веселее экшен. Не люблю моды, я уже играл на стриме с Андрюхой за Бакстером, с этими модами, где там все зомби всех, зон там и кошмарные, и, короче, толпами бегают. Там такая дичь, если честно, несбалансированная тема, которая мне особо не сильно понравилась. Тут веселее без этого, просто играешь дольше, и все, вот тебе веселье. Тут сейчас пукнешь где-нибудь, и бегут зомбари, блин, такими толпами. Что одному точно весело будет. Может, для кооператива там и надо что-то больше, но мне кажется, просто дольше выживать надо. Тогда будет больше зомбарей. Вот мне тоже интересно, где химия, но, судя по тенденции, должна быть. Так, ага, мастерство, инфраструктуру пропустил. Ну, видать, не все, не на всех аванпостах можно это сделать. А где этот? Где он? О. I do not want that feral chasing me. Блин, я думал, дикаря ударил. Задолбали. Мочите его, ребята. Да отвали ты от меня. Гребаный ты мудак. Бля, что они сделали со мной? Да ты серьезно? Бля, что делает, а? Козел, блин. Я твою дету. Как это сказать? Ну, что это за дичь, ну? Блин. Капец какой-то. Взял меня, рубанул. Это жесть. ХП нифига не оставил мне. Придется другого брать, ладно. На это задание. Ай, вот чё, нет. Где ты? Я и этот, Дан Браунинг, где он? Вот. Фига он тяжелый. Так, мощь, ага, так. Фехтование, поход. У них кто, ну давай я возьму. Сообразительный дикарь попался. Вообще офигевший, ты видел, как это он меня провел-то? Я такой, ну, туды-сюды, думаю, ну, сейчас ты это, ну, слышишь, за дверями уже дышит, думаю, ну, все, хана тебя, козлина. Хер, стоит мудак, блин, за этот, палит меня, как я там пытаюсь его обмануть. Патронов не так много, но мне хватит с головой, по-моему, сейчас для этого задания. Надо, короче, мне... Я сейчас вот подумываю с шитьем взять персонажа. Ну, свободный попадется. Если прям с шитьем попадется, будет классно. Трамблвилли ушел, пока я тут разбирался. Ну ладно, что. Ну, такая тема у меня. Так. У него выносливость бешеная, эта баба. Отлично. Ну, что-то я ничего не взял против дикаря, ну ладно. Давайте закроемся и поговорим. Ходы на мою сторону. Мы нашли место. Отлично, подходящее для атмосферы. Но там зомби кишат. Кишмя кишат. Можешь избавиться от них? Конечно, могу. Блин, а вы что, переедете от меня так далеко? Блин, мне не хотелось бы. Слушайте, о, вот это мне надо. Вот это мне надо. И куда же вы хотите переехать, ребята? Так далеко от меня уедете сейчас. И... Не говорите, что на другой конец карты надо ехать, но... С этим еще интересно будет разбираться, вот эта вот тема.
Шитье валяется. А я, кстати, шитье купил. Я жду какого-то свободного перстня. Вот этому свободному я дал, естественно, в первую очередь это... Так, мне надо сердце вот это забрать. А где? Заводил я. Когда будете... А, готов выходить. Все, понял. Я не договорился с ним. Все, пора в путь. То есть, мало того, что моя машина пала в аварию, так мне еще и скопление очищать. Да, все как всегда. Пора в путь. Так, идите в автомастерскую Seekins. Ну, скажите, что это не так далеко, ну. Ну, елки-моталки-то. Ладно, не сильно прям, не ладно. Не надо. Не надо ныть. Вот в этом повороте, на следующем, да? Сейчас выйду налево. Погнали. Seekins сделать. Классная игра смотрится, слушайте. Визуально она смотрится просто бомба. Здорово. Не надо двери, ты что делаешь? Ирод, ты зачем мне машину-то портишь? Вот что он натворил? Взял мне дверь, оторвал. Нужно было не трогать этого джиггернаута. Я шить ее берегу сейчас для хорошего персонажика новенького. Да что ты, блин? Ты красавчик. А вот этого надо бить. Не орал. Пошли быстрее. А, все? Все, скопление вышло наружу? Или нет? Или да? А че у вас так? Алло! Хватит, блин. Офигеть у него этот. А ты кто? Вы уже прибежали, что ли? Я не помню. Все? Все, можно всех занимать здесь. Отлично. Они какие-то испанцы. Так, ну мне 230 реально дали. И hey, чё, они теперь у меня эти? Нет, еще не эти. Nice. Кто они теперь для меня? Ты мне дверь запили. Я бы таких пассажиров под зад колена из машины выкидывал, желательно на ходу и под джиггернаут. Ты жестокий, конечно. Дружественная, еще не союзная. Слушайте, ну, я думаю, следующее задание поправит ситуацию. Нападение зомби на базу. Надо ехать на базу. Патронов мало. Надо наделать этих, как называют? Надо наделать коктейли из зажигательных смесей, желательно не коктейли. Смеси лучше горят. Больше площадь. Вот так вот. И потом... чуть не это. И потом их брать с собой на задание. У меня 8 минут. Ну, видите, получается, блин, эти зомбари, которые вокруг базы лазят. Как бы так интересно пойти их там раздолбать всех. По бграму. Интересно, это новенькая это отдохнула у меня. Мне надо вообще долутаться здесь вот на месте сердца. После своего он пост, после своей базы.
Да, лутаться надо. Но задания не дают мне этого сделать. И зовут меня на помощь. Топор офигенный просто. В плане эргономичности и... как-то сказать, частота критических ударов, по-моему, у него высокая. Я каждый раз как не бью там, второй-третий удар, и может зомбаря, короче, долбануть сильно. Не, ну смысла сейчас нет столько брать. Давайте посмотрим, что я могу сделать с этими. 4, да, надо. И... Ну, тогда их я он 9 сделал, так это нормально. Прокачано. А, да, у него только две звезды. Все, ребята разбираются. Я тут в загашнике посижу так. А есть какой-нибудь мешочек там, не знаю, синенький? Желто-синий, желто-синий, так, так, так. О, туристический рюкзак, а лава когтя есть. Вот такой к одежде подойдет. Ну, синяя это одежда, и рюкзак такой желто-синий. Прикольно. Ну, поеду я, наверное, туда, вот здесь вот все это обнесу, потому что, ну, блин, сколько уже можно? Только заданий нет, сейчас какой-нибудь опять. Выжившему нужна помощь. Паша, привет, Андрей, меценат появляется в Дискорде, я про подарки. Привет, Паш. Привет, Руслан. Привет, спасибо. Вы забежали. Нет, я же этот пост опубликовал, у меня... Добавилась вкладка сообщества теперь в Ютубе. Я там поблагодарил Леху за подарки, а в Дискорде он не заходил. Просто нам подарил и все. Ну, а тут где-то встать надо, чтобы мешки сюда сносить. Ага, тут еще Джиггернаут ходит, да? Зашибись. Пипец, она рубит. Руки, ноги, все подлетало. Так, вот здесь посмотрим, что есть. Так что я его поблагодарил, как смог. Мы вчера, кстати. Нет, позавчера. Легенду выиграли, прикинь. 15 с копейками тысяч. С премом дают кредитов за победу в легенде. У него критических ударов почти каждый раз бьет. Сейчас вот эта тварь прыгнет, да? Хорошо, что это? Что за звук был? Задолбать. А, блин, дайте мне выйти отсюда нахрен. Прямо такие толпы ходят, это просто капец. Но они возле базы скопились у меня, поэтому
Когда по случаю хочу передать привет маме, папе и Алексею. Благодарность за скин Диабло. Хорошо. Я думаю, ты будешь услышан. Еда. Обалдеть. Да что же за джекпот-то такое? Миляги полный. Полный бак. Все, ребята, у меня... А где вам полный бак-то надо? Спешл джаггернаут, да. Так он, гляю, еще с прихвостнями ходит там. Побежали дальше. Спешл джаггернаут. Так, отлично. Разборка всякого хлама идет успешно. И вот и еда, и медикаменты, и все, что хочешь. Так. Я бы, конечно, его развалил. Миляги, полный бак. Где вы? Обалдеть. Вы что так далеко находитесь? Народ. А что вы мне даете? Повышение боевого духа. Ну, неплохо. Ну, давайте я к вам съезжу. Блин. У вас, кстати, сердце живет. Прям вот недалеко. Господа миляги. Лёбы грохнуть. По-хорошему бы надо. И сколько же у меня... Нет, у меня опять, если я им отдам мешок, это у меня ничего не останется. Надо на базу заехать. Тут даже это не дают. Не дают полутаться, да? Типа, давай, бейся. Джиггернаут там, потом лутайся. Я уже сердце разбил, вроде как заслужил. Возможно, здесь пошуршать по домам. Заправь ту же тачку, а. Вот про выживших мне как-то даже интереснее сейчас посмотреть, что там с выжившими. Пойдем посмотрим. Так. Допустим. Так, и надо зажигалку. Зажигалку. Где ты? Вот. Зажигалочку возьмем. Так. Выживший. О, выживший рядом. Блин, давай к нему съедем. Может, вдруг это новый персонаж у меня будет. Да что ты, блин, в какую-то корыто попадаешь? Максимально, какой у тебя любимый уровень сложности? Смертельная зона, конечно. Я на нем только сейчас играю. Я на нем уже больше 2 лет играю, поэтому... Он и любимый. Он заставляет думать. Ой, блин, тварь. Over here.
Это что, новая группа у меня здесь? Отлично. Зарядились. Джиггернаут бежит. Да вы серьезно? Так, ладно, люди, чего надо? Мы тут собрались с чумной сердце в заброшенной клинике. Вообще не вопрос. Инфраструктура этот. Стрельба и свободный тип. Давайте мы отсюда уйдем, ребята. Бегуть, бегуть. Блин, а что этот придурок пришел? Ну, типа, вообще не помогут, по-моему. Блин. Банки, по-моему, вообще не помогут. Да блин, ну ты сука. Чё они так жрут? Надо валить отсюда, короче. Да задолбал ты, придурок. На базу срочно. Срочно говорю. Это значит, сели, поехали отсюда нахрен. А тут так и до сердца не доживете, блин. Блин, чуть не это. Где там наши звездные снайперы? Ну-ка. Бахнули по ним. Вы что их не бьете-то, алло? Отлично, пошла вода в хату. Одного нет. Второго сейчас не будет. Пойду персонажа менять, потому что она не для сердца уж точно будет у меня. Ох, жесть какая. Ладно, сердце так сердце. Баракхани, фу, Баракхани, это что? Так что вот так. Сейчас мы Баракхани будет у нас лупиться. Возьмем хорошую кувалду. Такую помощней. Где там мод каменщик? Вот он. Возьмем оружие. Сейчас, секундочку. Так, мне надо дверь открыть.
Дети тут отвлекают. Гуляют на улице, прибегают водички попить. Поэтому помогаю им так. Так, ну, что-то надо, короче, мощное прям брать. Понятно, что вот так. Возьмем, наверное, мы, блин, патронов. Вообще патронов мало. Где брать, блин, вы задолбали. Что за фигня? 45-й, 40, не 45-й. Так. 9 миллиметров. 9 миллиметров у меня мало. 12-го калибра. Вообще мало, блин. Капец какой-то. На магнум у меня ничего такого нет. 22-х тоже маловастенько. Хотя есть там, да? 7,62. Ну, придется, да, на этом идти. Кстати, у меня же этих было много. Нет, маловато все равно. Ну, я думаю, хватит там все равно на этими бить. Берем побольше вот этих. И энергетиков, да? Побольше вот этого. Ну, вот так где-то затаримся. Давайте так, да. Так, а какое же сердце они хотят уничтожить, выжившие? Миляги полный бак у меня. Ну ладно, с милягами разберемся как-нибудь. Бродячий торговец появился. Вот тут, что ли? Сердце здесь есть? Интересно. Я не знал. Давай. Раз там сердце, мы сейчас поедем уничтожать. А ребята мне в этом помогут. Пока они не сильно побитые. Короче, бригада уничтожителей сердец собралась тут. Что-то здесь мне не нравится вот эта тема, короче, с этим джиггернаутом, который тут постоянно бродит, плешивый этот. Надо его, короче, завалить. Прям прийти целенаправленно грохнуть его, он задолбал. О, кстати, место такое открытое. Есть рядом две машины, три машины. О, тут есть где спрятаться. Давай вот так вылезем, расчистим здесь. А потом пойдем мочить всех, да? Или сразу пойти мочить всех. Давай сразу, наверное, пойду. Да, блин, задолбете. Понятно. Ребята, нужна помощь. Принимайте. Вы все сдохли, козлы. Красноглазые, блин. Где? А вот он. До сих пор сердце не дают ударить. Давай, заряжайся быстрее. Быстрее, блин. Блин, да что ты будешь делать? Да ты клип безрукое говно. Бейте он нахрен. Так, стопэ. Вот это надо закрыть. Если здесь дикарина забежит, то у него будет не поздоровится. Ай, ну блин, ты чё? Я же ударил, блин, этого лежачего. Ох, ёханы бабаевны. Дикарь, что ли?
твари, блин. Ты куда, тварь? А ну, сука, стой. Мать, горите, твари все. Да ну, ёперный балет, забылся я. Да ну, твою мать, а. Сука такая, а? Это его дружище, я понял. Так. Группе Миляги все еще нужна ваша помощь. Так, вот опять дверь открыта. Карда, вы чё, блин? Так, надо добить этих козлов. Бегите все, козлы. Бегите, бегите в огонь все, давайте. Почему меня опять заразили? Я же вылечился, нет? Тварь, где этот дикарь был? По-моему, был дикарь. Нет. Давай с тобой быстро доберемся. Все, блин, чуваки. Бойцы такие. Так, секундочку. Так, я здесь. Побежал, да? Ух, етишкин ты кот! Вот это мне еще не хватало. Да, не хватало мне еще с Джиггернаутом встретиться. Я уже немножко обессилен. В этом плане. Смотрим, что это типа было. Жалко, конечно, погиб. Ну что делать? Right, ну что делать, блин? Так получилось, блин. Я пытался ему помочь всеми силами своими.
Ну, Баракхани свое дело сделал. Восемь ящиков. А что их так много здесь? Здесь же все же, чем на территории нет. А, ну вот она. Здесь просто скопление много. Ля-ля-ля. Ближний бой, да? Fingers crossed, I'll find something. Ну здесь что так делать? Оп. Чтоб здесь все, типа чисто. Посмотреть, что же в сердце было. Потом уже, конечно, ехать сюда. О, это хорошая тема, это тоже. Разобрать, чтобы оно уже, ну, не светилось тут на карте. Кину вот так. А это соберу. Ну все. Нужно, наверное, наехать на базу. Так, что у меня до базы-то? У меня братья торговец и миляги, да, которым нужна помощь. Милягам топливо нужно. Ну, а как я им топливо-то возьму? А это мне тоже, да, по медикаменты дала. Миляги, блин, да это нахер далековато. Она на базу съездить, все это выгрузит. О, таинственный бродячий. Наконец. Слушайте, кстати, он здесь так часто появляться стал. Мне прямо это радует, что можно хотя бы с ним там поторговать нормально. Если я вот сейчас у него что-то из полезной книги найду, то я все на книги нафиг потрачу. Нихер тут ходить. Крикуны, они, кстати, спавнят, по-моему, дикарей, всю херню, если их не чистить. Так, что-то косят мои стрелки. Расфигачил. Так, мы, наверное, новенькую возьмем. Почему ты? Че не работает, я не пойму. Ровно машина стоит. Наверное, ближе надо стать. Работал. Давайте лупить их. Отдохни, отпускай наша Баракхани. Мы возьмем Тиану. Надо и придумать какой-то образ прикольный. Цакочка какой-то там, что момент окосная, но поселимся. А где кнопочка Е? Вот кнопочка Е пропала у меня резко. Что за прикол? Ладненько, сделаем вот так. Ну, на две обоймы, я думаю, так как бы. Мне надо сейчас, наверное, даже нет. Наверное, мы сделаем вот так. Личное оружие. У него будет второе. Это вот этот пекарь, как обычно. Я все беру. Ничего. Велосипед изобретать не будем. И зажигалки. Зажигалок мало. Уже последний, кстати. Мне надо сделать пару партий вакцины. И так, браться в туалете. И что мне надо сделать еще?
А, вакцина, вакцина. Раз. Два. Вот так вот. Вакцин побольше стало. Так, ну что, наша мадам, наша новенькая. Кстати, про нее как-то мало написали. О, блин. Чего? Серьезно? Нифига она подросла у меня. 128-139. Она мощная стала? Знаете, как сила пропорционально увеличивает выносливость? 18. Крутяк. Она мне уже нравится. Интересно, что ей попадется, конечно. Что там за звуки, я не помню. Какие-то миликарди. Ля! Да блин, нахер, откуда вас столько, алло? Вот дала мне здесь что-то. Ты херня, ну лупите, козлов. На, тварь. Фига. Нифига, сейчас. Что за дичь такая была? Напали на меня резко, видели? Офигеть. Так, быстренько вылечимся тогда. Восстанавливаемся полностью. Нифига себе, блин, нападение. Я вообще офигел. Ну, тут наглые дикари уже стали вообще. Офигеть. Черти, блин. Так, поехали. У нас таинственный бродячий. Где? Здесь. Блин, а что он мне может дать? Слушайте, ну всякую тему может интересно. Попробуем. Я надеюсь, миляги подождут немножко, да? Так, сейчас мы что-нибудь... У меня 3500. Просто поедем, глянем, да, что у него. Тут недалеко. Ох, нихера тут. Ой-ой-ой, тут их сколько, гляньте. Да, тут скоплений просто жесть стало. И они все копятся возле моей базы. Чую, скоро будет сражение массовое с этой толпой. Блин, против дикаря ничего не взял, кстати. Это плохо. Да блин, слушай, что, с той стороны все, что ли? А я опять все пропустил. А что ты пропустил? Ну, сердце мы убили тут. С NPC-хами. NPC-хи-сихи-сихи. Так. Во! Во! Вот, это вообще тема офигенная. Паялька. Паялька. Не по информатике. Пускай будет. Деталек у меня хватает. Набор для очень легкой техники тоже не нужен. Тратить на него не буду на него тратиться. Так. Так, так, так. Таинственный породячий еще его... Ой, таинственный еще найти надо. А к милягам аж сюда ехать, через аванпост. Давайте сначала на этот аванпост прямо. И направо. If I take out the nearest play cart, this might clear up. Кстати, прошлый ролик постоит в DK, ну, прохождение такое же обычно, да? Ух ты, а что здесь такое? Ну, как много всего. Набрал 300, почти 350 просмотров, по-моему. Спасибо всем за поддержку. Чего достижения? Делись любовью. Вы подняли боевой дух до максимума на смертельной зоне. А, да? Такое достижение есть? Делись любовью. Слушайте, ну прикольно. Я не знал. В смысле, не заморачивался над этими достижениями. Ауч. Так, ладно, после заехать, скинуть все, что я накопил сейчас. Торговца. Атаку на базу крепкую пропустил. А, нет, там три дикаря всего-то прорвались, начали бить моего персонажа, который вот новичка моего. Хотят проучить ее, ну, посмотрим. У кого проучит, наверное, надо мне все-таки две швейцарские шумовые взять с собой.
ибо дикари не дремлют. Я когда-то на стадионе умудрился пропустить 3 гола из 3 забитых, при этом не уходя с трибун. Сейчас. Так, миляги, когда у вас доехать-то лучше? А, тут направо, по маленькой дорожке налево, блин. Короче, направо, короче, до этого вам пусто, потом по маленькой дорожке налево и сразу направо. Я понял. Ветер тут бродит. Этот черт взорвался у меня за спиной. Тут тоже дофига лутано. Ну, видите, у меня тут... По-моему, Джиггернау, да, помешал мне здесь полутаться. Хотел прям хорошенько так основательно. Тут постоянно заграждение стоит. Как не еду сюда, заграждение стоят. Прыгает на меня, гад. Опять заграждение. Не стояли вроде. Кто-то ж постоянно ставит. Вот этот какой-то негодяй. Постапокалипсис дорожной службы работает, да? Или этот зомбарь, который работал в дорожной службе, постоянно у него этот на уровне рефлекс уже ходит, ставит эти заграждения на этой дороге. Значит, там какая-то память есть. Блин, да что же меня все отвлекает? Ну, сейчас всех надо где-то остановиться. Едем, едем, едем. Милягом. Сейчас, секундочку. Я здесь, так. До миляк надо как-то доехать до этих. Они боевой дух дают. Тут он? Интересно. Hello? Anybody here? I guess they aren't here. Так, ну хотя буду знать, что здесь его нет. Мне до него надо ехать. Здесь чумное сердце, вот оно. И они тут живут. You're always welcome here. Awesome. А подсказать, где его искать, не хотите мне? Я что должен тут?
все заправки объехать в округе. Пипец, блин. Топливо, топливо. Ну, вижу я везде топливо, но... Доехать далеко, и сердце там еще и скопление. Давайте попробуем, почему нет. Я помню это место. Это, не знаю, был уже? Нет, еще не было. Сейчас пойду. Ну, что такое-то, блин? Вы что, не союзные, что ли? Я не пойму. Ничего торговаться я не могу. Сейчас экстремалы. То есть, блин, офигеть. Да, живут они классно. Ну, надо кого-то из них, походу, брать будет и лупить это сердце толпой и убегать к ним, если что-то не так. Пусть помогают. Заодно от сердца избавимся. Но это после того, как им помогу, уже, наверное, к Тейнстону съезжу. Просто думаю, сейчас приеду я туда, там джиггернаут или какая-нибудь херня бегает, и я по-любому там застряну, блин. Заправка ближайшая вот только здесь. Именно с топливом. И то не факт, что я мешок найду. Такой район. Чего? Бензин кончился? Отлично. Индикарь. Издевается, я, блин, да что ты будешь делать? Ну, блин, орут и тех призывают. Да мать вашу, а? Издевательство, смотри, что он делает, тварь, блин. This magazine, and then I'm empty. I'm on my last magazine. Потихонечку соберем все мое добро здесь. Бродячий ушел, ага. Сердце, еще это говна полно. Какое же место идиотское.
Гляньте, их сколько. Ёлки-моталки. А у меня нету этих. У меня зажигалка одна осталась. Они все наружу будут, я понял. Столько, наверное, этих нет. This magazine, and then I'm empty. Кстати, в игру Them and Us не играл, близнец ремейка Перезика. Не играл, но видел. Недавно релиз вышла. Хрен знает, сколько лет в раннем доступе висела. Да? Я думал, она в обычном доступе висела. Получается, здесь еще где-то один, да? Ну давайте искать. Well, I guess it's not nothing. Понятно, что мы тут будем находить всякую ересь, но мне нужно реально только эти топливо. Я пират вообще отгоняю, интересное, блин. Слушай, ну я видел, да, она такая прикольная смотрится. Реально, да, на первый резик похоже, на второй, наверное, тоже. Зашибись, блин. Если Steam с оплаты разродится, выкуплю. А-а-а. Ну там же можно, по-моему, оплатить. Главное, чтобы... Да что ты, глянь, нуждающийся человек. Задолбали они этими заданиями. Слушай, вообще не дают ничего сделать. Так, где еще у нас? Че, я сейчас еще, скажите, не найду этого, да? У меня осталось два ящика, я на заправке не найду топлива. Материалы почему-то нашел. А топливо где? Парь, позвал, блин, ну трот. Бля. Сука. Да ты, тварь, блин, откуда ты взялся? Сука. Как вы задолбали, блин, ну что такое, блин? Джаггернаут, ёб твою мать, а. Да ты-то чё? Ёб твою мать. Беги, короче. Нахер. Сука, ты гря какой, а? Урод, блин. Way too many plague zombies in this part of town. Мне бенза нет. У меня с собой бензин аж полный. Давай, заправляйся быстрее, мать. Никакая тварь не прибежала сюда еще.
Тетя пишет, загадки, кстати, тоже нормальные. И что самое главное, на них нет гайда. О! Да кто-нибудь по-любому же выложит. Но пока держусь. Хотя на Silent Hill, конечно, не ремейк второго. Так, здесь налево. Блин, тут нуждающийся человек рядом. Налево и... Там еще раз налево. Поехали на аванпост. Не будем испытывать, как говорится, судьбу. Капец, как здесь спасать нуждающегося человека? Ну вот этой херне, вот как? Там такая толпа, джиггернауты, гамнимауты, блин. Гранат у меня нет столько, чтобы лупить их козлов. Я бы, конечно, устроил там месиво, но, блин, это столько ресурсов идет, которые мне нужны там на другое совсем. Миляги там никак топлива от меня не дождутся. Так, тут все нормально. У меня просто ресурсы кончились. Забей на него. Спасение своих персов дороже. Я понимаю, но мне же может попасться персонаж, который мне интересен. Я к тому, что он может стать моим. Мое сообщество, как говорится... Вступит. Так. И это меня волнует, что я хочу попробовать вот оттуда вытащить, и вдруг он прикольным навыком будет, или со свободным навыком. Привет, бро, хорошей игры. Привет, Нао, спасибо большое. Так. Так, что у нас? Этот пекарь тоже без патрончиков, да, у нас? И? Что у нас с топливом? Топлива мало, зажигалок тоже мало. По сути, вот остались зажигалки и все. Но где-то их то ли покупать, то ли хер его знает. Ладно. Вот зарядились и хорошо. А, можно заправиться. О. Где? Где-то лазит. Так, сейчас подумаем, как лучше. Попробовать втихаря подкрасться к этому нуждающемуся, да? А где он, кстати? А, вот он, вот в этом домике. Он, в принципе, он не от джиггернаута. Короче, там будет, так, сейчас получается мне направо, а потом налево на маленькой дорожке объехать, попробовать. Хотя проверить, кто там, что там за тип. Алексей КВ, привет. Какой день выживания уже? 31-й, по-моему. Ну, это... Не, я не дни выживания здесь прохожу. Там я тестирую обновление номер 30 на бета-версии игры. Как бы я за днями выживания в данном прохождении не гонюсь. У меня отдельно идет там прохождение на 100 дней выживания. Да, ёлки-моталки. Так, вот здесь сейчас вот небольшая дорожка налево. Вот она. И по ней аккуратно мимо джиггернаутов, всякой ереси. Сейчас приедем к другому джиггернауту, да? Тут и халабуди, он живет, да? Так, теперь мы узнаем, кто она. Я имею в виду про себя. Выносливость, ловкость. Фехтование, либо стойкость. Не, ну если ловкость, то, блин. Понятное дело, то фехтование будет и ловкость.
Кстати, у меня бетки нет, но мне тоже пишут, что у меня зомби в ВВ идут. Как у тебя зомби в ВВ идут, если это обновление еще... Ой, ты чё, блин? Ты чё тут? Ты мужик, ты чё творишь-то? Я ещё свою группу. Можете мне добраться до конционного центра? Да блин, подожди, ты куда ты ушел? Стой, чувак. А ему туда надо? Это где? А это здесь. А там скопление, да? Причем там два крикуна будет. Блин, у нас срочное клинковое оружие. Раз она инфектовальщица. Жаль, что мощь не выпала, конечно. Или ближний бой. Кстати, ближний бой можно скинуть. Можно сделать ближний бой плюс ловкость. Будет такой персонаж, как был мне до этого. Вот тоже интересно, как это. А может... А, кстати, может они это ввели, как ее называют. Блин, это что такое? Где зомби-то все? Сейчас резко появятся, я в толпе, да? Вот будет потеха. Где ты, мужик? Ничего не пойму. Нуждающийся человек показывает сюда. Я здесь. Ага. Тварь. Где ты сам-то? Черт ты. Ты мне помогать собираешься, алло? Я его ставил, через пару часов игры снес. Кого? А, у него было обновление недавно, но вроде баги правили. Вот вон оно валяется. Да это не он, блин. Андрюха, привет, тащи руби. Привет, Дима, привет. Спасибо. Да нет, это... Подожди, вот один из них. Вот это, по-моему, один из выживших. Орите нахрен. Ля! Чё за прикол-то был сейчас? Ладно. Не напрыгивать. Блин, запрыгнула. Ой, куда ты спрыгаешь-то? Эти хотя бы спалить, а? Я имею в виду тот тип, он же ж, ну, толстый, ты такой юркий вот этот вот, нахер. Куда ты бьешь-то? Да что такое происходит? Вы охренели, блин, люди. Что такое-то, блин, а? Набежали, блин. У меня нету больше. Еще один. А, двое.
Сколько я тут болтов растерял? Ну, нормально. Где еще двое? А, вон он стоит, да. Не-не, вон он бегает. Это ж у него типа сообщество погибло, пока он пришел, я так понял, да? My back is killing me over here. We're open to a swap if you are. Yeah. Фига у тебя тут приколюх. Я возьму. Да, это можно взять. Я сейчас сняю мина. А что мне с ним делать? Ну давай. Уничтожь ты скопление в доме Кларенса. Хорошо, я уничтожу. Где эти два зомбаря, которые тут остались? Вот это его, по идее... Ну вот же горит, да, бочка? Ничего не видно. Ну, ночь вроде здесь. Луну видно? Ну, глянь. Вот должно быть видно. Так, еще один у него. Один у него компаньон. Это забагованное задание, если честно. Надо продать ему это. Такую муть. Так, а есть у тебя клинковая? О, зашибись. Вот так вот сделаем. Я же все-таки фехтовальщик. We're open to a swap if you are. I'm on board with that. What's up? We're open to a swap if you are. Okay, sure. Okay, sure, так. И где зомбари? Где, блин, как-то, может, съехала, ну, сам значок вопроса съехал. Давайте здесь посмотрим. Их уже четверо. Все равно четверо. Ля-ля-ля-ля, бегает. Я не пойму, где они копятся, где они стоят. Ага, иди сюда. Так, что, они там, что ли, получается? Надо всех в округе убить здесь. Далековато, если честно, от задания. Так, так, так. Нет, не засчитывает меня. Вот какой-то стоит. Тоже не засчитали. Да вот давайте мне уже задание-то засчитывать, вы задолбали. That's a freak, for sure. Тоже не засчитывают. И, честно говоря, не пойму тогда, где. Где еще зомби, которых надо убить? Палатки какие-то везде. Нет, тебе вычли, правда, еще одного сразу же добавили. О, вычли мне. It looks okay, but with a play cart nearby, no place can really be secure. Ну где их искать, этих зомбарей? Я не пойму вообще. Что за бред? Я ни одного здесь не вижу, чтобы задание выполнить. Ну что такое-то? Уже четверо опять. Да вы чё, блин? Где они? Может они... А, может вот это вот? Вот тут... О, трое. Десять уже. Где они? Девять. Может они тут где-то стоят? Где-то они копятся, короче, я даже не пойму, где. Девять. Где они?
Вообще ни одного не вижу зомби здесь. Забагованное задание, короче. Лады. Так, пойду туда. А, тут джаггернаут. Зашибись. Где мне топливо-то еще найти? Где-нибудь залезть, наверное. Причем такие вещи искать. Like shooting undead fish in a barrel. 8. То есть тут его засчитывают. А где еще тогда? Ну даже они тут даже не ходят. Ну что за бред-то? Какая-то жесть. Ладно, посмотрим. Попробую отсюда уехать. Сейчас попробую вот это вот поискать. Так. Театр оружия, боевого духа и да. Где еще можно заправочку здесь подыскать? Здесь все обыскано уже. Блин, ну своего бензина мне нет, ребят, чтобы вам отдать. А тут как бы джиггернаут ходит. Мне там, кстати, осталось на... О, зомбари. Вот они, да? О, вот они, походу. Что-то они не убавляются. Чувак, давай с тобой поборемся против зомби. Короче, респится. Вот четвертого он убил. И остается трое, да? Пятый, четвертый. Где-то вот они где-то здесь, короче, стоят. Так, вот здесь вот, да? Зайти, если нет их. И все. И вот четверо где-то таинственных зомбарей не появляются. Ну, это не прикольно. Эти баги, блин, тоже. Так, я подустал персонажем. Мне необходимо загонять на аванпост, наверное, вниз вот сюда вот, да? Да, передохнуть точно надо. Вот 32 день. Way too many plague zombies in this part of town.
Да пошел ты, крикло. Прикло. Прикольно. Кстати, есть и эти. Кстати, у групп же могут быть. Где они живут? У групп могут быть мешки с топливом. Мне они самому бы не помешали. Сменим перса. Для нападения на базу, кстати, надо ехать. Я лучше нападение отобью, чем вот эту вот фигню буду заниматься забагованной. Какой-нибудь тебе мечишко-то получше дадим. Эховский дать, давай эховский дам тебе. Или вот этого Саври классно, кстати, Саври мертвеца, по-моему, мощное. Починим и дадим тебе мощное оружие. Просто-таки для защиты базы нужно будет. Так, браунинга нет, ну тогда вот эту. Забей на него. Ну я тоже думаю, потому что ну это бред. Единственное, сейчас надо отбить нападение, заехать к таинственному бродячему, и в принципе можно сегодня заканчивать. Значит, не будем с этим тянуть. Заберемся. Кто у нас пойдет? Ну все, герой. Что она дает? Не, на вечный, например, рабочий плюс один. Топ, она рабочий плюс один здесь и дает, и здесь плюс рабочий один. Офигеть, рабочий плюс два. О! Люди стали серьезно ко мне прислушиваться. Да-да. Так, а мне сейчас нужно что сделать? А, на базу поехать. На базу поехать. Это у нас фехтовальщица уставшая. Тоже уставшая. Чего она уставшая? А, ну понятно, ладно. Так, что у тебя, что у тебя? Ну давай мы тебе вот этот. Не, не надо. По девчачьи буду смотреть. Блин. Мало уже оружия у меня такого прям. Надо на 45-й патронов какую-нибудь тему прикольную найти себе. 9-миллиметровых-то особо нет. Вот они и все. Ладно, возьмем тогда дробаш. Нет, арбалет, все правильно, арбалет. Если нечего взять, бери арбалет. Так. Пойдем к этим сходим. Что у них наверняка что-то интересное есть. И поедем отсюда. Милягам бы помочь, но, блин. Успею ли? Okay, let's do this. Sure, sounds good. Вот, у них патроны есть. Отлично. Так, учебник по медицине мне не нужен. Вот медикаментов я бы набрал. Патроны — это классно. Я смогу на дробаш патронов наделать. Так, да? Падение на базу 3 минуты. База на другом конце Скайрима. Понятно. Так. Прямо, потом направо, налево, направо, налево. Направо, налево, направо, налево. Отлично. Я, кстати, на бетке, когда еще только от черной зоны водили, находил Аксу с обычного магазина. После этого он мне ни разу так и не выпал. КСУ? Ну, черт его знает. Hey, how's it going? I got something you want, you got something I want. Sounds like a plan. Я хоть с полными мешками, ну, с полным багажником мешков. Итак, еще раз маршрут мы. Первый поворот я пропускаю, потом направо, налево, направо, налево. Поехали. Первый поворот пропускаем. Как же далеко от базы, это жесть какая.
Сейчас налево. К сожалению, но в округе Дракер так не покатаешься через... Видите, какие скалы по краям. Не знает, куда это тебя приведет, называется. Здесь налево. Камеляги то что ли? Секунд. Да ёб твои 30 секунд. Да ну блин. Сука. Подождите, почему охранник выключен, и все, патронный запас истощен? Гребаная херня. Вот эта вот езда на другой конец базы, блин, у этой карты. Не, надо что-то делать с нападением на базу. Я все понимаю, но вот это из-за одного нападения тащиться назад. Не слишком ли до хера вы хотите? Yo, I'm home. Не успел, блин, капец, чуть-чуть. Так, ладно. Черт с вами. Я у тебя его видел. КСУ? Поедем. Так, ладно. Берем что-нибудь для таинственного бродячего и едем с ним торговаться. Потому что у меня мало ресурсов для торговли с ним. А, ну, понятно, сейчас наберем что-нибудь вот этого. That shit's gonna slow me down. 30 таких. Вот так вот. Я думаю, у меня хватит поторговаться с ним. Угу. А, КСУ не видел с обычным магазином. Я не помню, что я его брал. Я понял, какой такой СУ у него был. Так, ну что? Поедем тогда броди... Блин, это капец, опять ехать, куда? Ладно, ладно, ладно. Так, здесь налево, потом по маленькой дорожке. Там налево. И вот здесь направо. Сейчас налево по маленькой дорожке, да? Так, блин, ты чё? Не, ну это надо же, а. Застрять так. Узнаем, что продает таинственный бродячий торговец. Если эту игру по что рядом не будет бензина, значит милягам я не смогу помочь. Да блин. Я здесь базу только в центре города беру, та, что на холме. Не, ну я тут и на стадионе лазил, как бы.
Это же здесь стадион, по-моему, да? Она прожорливая, но если как бы подготовиться к ней, то нормально. Там много ячеек, там все, что хочешь, можно построить. Мне просто нравится. Можно. Это база, кстати, с кинотеатром, она имбовая, она очень быстро прокачивает силу. Ну, там, короче, все навыки можно прокачивать за счет просмотра фильмов. И это как бы мне не сильно нравилось. Так, LifeFed, привет, карательный зомби. Привет, Денис. Это я сегодня один играю в Салике. Поэтому сегодня один каратель. Да, ты как машинка с детства, которая разрезается, разворачивается и едет дальше, пока не врежется. Да. Что-то у меня с ездой сегодня напряги. Так, ладно, надо уже заканчивать. Сейчас доедем до торговца, сделаем свое дело. Найдем ли мы у него учебники или нет, это как бы уже другой вопрос. А, блин, где тут остановиться, посмотреть, куда еду. Правильно ли я еду? Правильно, наверное, сюда направо. Я-то уже тут ездил. Угол обзора классно сделали, что можно менять. Теперь хоть тогда так немножко издалека смотришь. Я вот еще к этим заехал, чувакам, которые тоже рядом с сердцем живут. Тут интересное будет уничтожение, надо будет этим заняться. Как-то на следующем стриме, наверное, попробовать. Вот это вот сердце, то есть тоже где-то тут. Чуваки какие-то мерзкие живут рядом с сердцем, прям злыдни какие-то. И вот этих посмотрю, что есть. Hey, yo. Okay, let's do this. Cool. Sounds good. Понятно, 12 калибр чуть-чуть возьму. Почему бы нет? Это что там, дикарь? Так, а мне надо для начала вот здесь посмотреть. Мы сейчас не будем дополнительные проблемы себе искать. Мы поедем сразу на дело. О, где ты тут, чувак? Здесь? А, вот здесь, может быть, да? Да, он здесь. Надо взять это. Поторговаться чем? Okay, let's do this. Okay. Так, у меня все равно мало. Так, вот отлично. Нет, это по боевой, это по стрельбе, блин. Ну а чё, я его дождусь в следующий раз, фиг знает когда, возьму по боевой тогда у него. Чтобы у него уже не осталось ничего. В следующий раз. Ты красавчик просто, это был даже очень неожиданный выстрел для меня. Так. Да он их просто шлепает всех. Молодца. Молодец. Так, все. Едем на базу. У этих ничего нет. Едем на базу и сохраняемся.
принципе, я могу той бабе сбросить навык ловкость ближний бой сделать. Мне интересно просто тоже, чтобы был такой персонаж у меня. Так, это в новобратку ехать, да? И все, в принципе. Тоже надо ужинать садиться, детей покормить, и, наверное, будет еще стрим по калибру. Постараюсь его сделать не поздно, потому что завтра на работу вставать. Так что вот так. Сильно долго сегодня играть не смогу, но вечером. Ну, с этим ничего не придумаем, не знаю. Я просто не знаю, у кого бенз купить из сообщества. Я не помню, у кого из них был бензин. Ёлки-моталки. Не лезьте мне под колеса, гады. Максимилиан, сегодня попробуй в калибр сыграть. Попробуй. Потом расскажешь впечатления твои. Опять же, лучше кого-то возьми из, ну, так скажем, друзей, что ли, каких-то, может, с кем-то играл. Так интереснее будет. Все-таки тактичные люди там в рандоме встречаются, и любители поучить тебя уму-разуму, ну и так далее. У меня отпуск последней недели осталось. О, РФ, поздравляю. У меня отпуск через 2 недели. Вот следующая, еще одна, и потом отпуск. Так что я тоже жду свой отпуск, так сказать. Так, стоп, я чего, пропустил? Или не пропустил? Блин, я пропустил, походу, да? Да, блин. На чат посмотрел и пропустил. Я понял, в Калибре дед попался злой. Дед злой? Да там злых полно. Там же все эти игроки любят винить во всех неприятных ситуациях в игре своих компаньонов, только не себя. Не, ну есть, которые прям говорят, блин, ну, ребята, сори, ну, извините, там я тут накосячил. Но это такая редкость, честно говоря. Так. Секундочку. Ой, как я въехал, неудачно. Ну ладно. Да, уже бензин на исходе. Но нас это не останавливает. Ну, тогда база осталась 200 метров. Ай. Не упоролся в него. Ой, бомбануло кого-то, да? Пузо лопнуло. Ну мочите их, ну чё, ребят, ну блин, серьезно, я должен вот это вот с ними тут. Thank you.
That screamer's gonna bring all the zombies to the yard. Давай меняться отпусками. Не-не, спасибо, я как-то свой хочу отгулять. По полной. Блин, ну кто там по машине-то лупит, ребят? Ну что? Сейчас будем завершаться. Пару движений еще интересных сделаю в плане того, что я буду сейчас менять навык нашей новенькой. Буду подразобрать оружие. Давай, Тиана, смотрим. Вот и такая. Рыбка что-то там ворчит на всех. Так. Угу. Ну давайте, что-то. А, подождите, у меня ж фехтование. Все, все, сейчас поменяем навык на. А у меня, у меня, у меня. Вот. Ловкость ближнего боя, вот это вот мощно. Так, и мы тебя сделаем, наверное. Ой. Так что ты будешь делать-то? Кожаная курточка вот такая вот будет у нее. Наверное, вот так сделано. А, у меня такая уже есть, подождите. Умиляк, задание пропало. Ну, блин, что, я бензин ни у кого не могу найти. Ребят, ну, серьезно. Так, у меня уже такая есть. Мне, наверное, другую кожаную куртку дадим. Ну, такая она будет у меня. Wrong, like и такая тоже у меня есть. Есть. Блин, все такое. Она сторожила ее, можно. А, да-да-да. Так это... Да что происходит? Что мне тормозить-то? А, что, блин? Куртка помощника на ранчо. Мне тормозит все почему-то. Такая будет. Тут такой, такой у меня нет еще. Ну, переключимся на рыбку и закончим на этом стрим. Вот, да, моя сторожила. Мощная выжившая. Ну что, неплохо сегодня побегали. Слава богу, никого не съели сегодня из моих как бы этих выживших. А желтой у тебя нет, что ли? Нет, почему-то желтой нет у меня, кстати. По-моему, была где-то, я помню, прям была такая желтая. Но опять же, это же, как ее называют, блин. Это же бета-версия. А, по-моему, на основной, по-моему, есть. А бета-версия сохранения последняя была, сейчас скажу, это, ну, когда я включил, да, вот бета-версию в этом году. Это было 21 года, аж май или июнь того года, 21-го. Сейчас зато он пристрелит. Так что вот так вот. Ладненько, всем спасибо за поддержку, за лайки, комментарии на ютубе, за поддержку Натрова. Всем пока и увидимся на следующем стриме.